Добрий день, шановні друзі. Вродливі жінки – рідкість, розумні жінки – ще більша рідкість. А от якщо розумні та ще й вродливі – це взагалі диво. Моя сьогоднішня співрозмовниця – справжнє диво. І ви, певен, в цьому самі переконаєтеся. Сьогодні у нас в гостях телеведуча Тіна Канделакі. Добрий день, Тіна. Хочеться сказати здравствуй, чудо. А ти знаєш, я все розумію прекрасно. От я поняла, що я на самом деле за це время хорошо вивчила український язик. Как вот вообще живется тебе такой красивой и умной вдобавок в этом жестоком, непростом мире? В мужском мире, по логике, должен был сказать. Ну, ты знаешь, вообще, если исходить из... Вот когда такой вопрос задают, сразу думаешь, да, а как же живется тем, кто, допустим, не умный, но красивый? А ими не живется. Да ладно, откуда ты знаешь? Ты же не женщина, которая красивая, но не умная. Вот, или, например, некрасивая. А самое худшее, когда она еще и некрасивая, и не умная. Ты знаешь, мне кажется, у любой жизни есть свои плюсы, любой минус, и какие-то минусы. То есть говорить там однозначно, что у меня масса плюсов или наоборот у моей жизни масса минусов, но это лукавить по-разному. Я признаюсь себе, ты меня, когда вела программу «Детали», жутко раздражала. Я смотрела иногда по телевизору и думала, ну как это можно? Сидят такие красивые, приятные, интеллигентные люди напротив. Она им не дает высказаться. Какая выскочка? Думал, ну это... Она играет себя, а не играет их. Потом, посмотрев программу «Самый умный», тем более увидев тебя так в непосредственной близости, я полностью изменил свое мнение. Я думал, что ты глупенькая, честно говорю. А я есть глупенькая. Почему перебивала людей так нахально? Я же тебе говорю, это я есть глупенькая, потому что вообще телеведущие, они все глупенькие, понимаешь? То есть, вот если бы ты был умным, ты же бы здесь не сидел, конечно, правильно? Конечно. Ты бы был, наверное, владельцем, ну, по меньшей мере, нефтяной скважины. А раз ты здесь со мной, значит, ты из той же породы. Может, у меня есть в запасе скважина? Не думаю. Тогда бы тебя не показывали по телевизору, поверь. Если у тебя будет скважина, ты не захочешь, чтобы тебя все знали в лицо. Я думаю, что это такая как бы порода людей, которые все-таки склонны к некому эксгибиционизму публичному. Соответственно, им вполне как бы адекватно то, что на них смотрят, то, что они что-то из себя изображают или не изображают, или они там адекватно себе в присутствии других третьих лиц. И более того, люди этой же профессии, этой же породы, этого же биологического подвида, глядя на таких, как они сами, всегда думают, что я бы сделал лучше. Это сейчас я не тебя имею в виду, это как бы очень устойчивое мнение. То есть, допустим, я часто смотрю там, или по-другому даже, я читаю в прессе, как меня там журналисты какие-то критикуют, потом я вижу этих журналистов в кадре. Лучше бы я их не видела. Нет, я по-другому, а потом я поступаю по-другому, я просто вижу цифры. Вот как бы цифра упрямая вещь, там, ты мне можешь нравиться или ты мне можешь не нравиться, но как бы у канала есть какие-то цифры, у твоей передачи есть рейтинг. То есть как только ты исчезнешь из кадра, это будет говорить о том, что или все-таки ты наконец-то получил в скважину, или просто цифры программы упали. Но, допустим, вот как бы на сегодняшний день я приехала, и мне каждый третий рассказал о твоем интервью с Андрюшей Данилко. Там в свое время был Стасик, там я об этом много слышала. Это говорит о том, что передача популярна, правильно? То есть мы люди цифр, мы заложники цифр. Можно смотреть на... Мы люди души. Ну нет, я бы так не сказала. Все люди имеют душу, естественно. И мы же не кресло и не стол. Но просто телеведущие – это особая Богу, порода стул. Людей. Ну, никто не знает, может, в следующей жизни еще и придется стулом побыть, знаешь. Тебя признали самые сексуальные телеведущие России. Это хорошо быть самой сексуальной? В сравнении с кем? Я вот... То есть здесь смешно, знаешь, понимаешь, а в сравнении с кем? Ну, я к этому спокойно отношусь. А кто на втором месте, кстати? Я думаю, ты. Раз мы здесь вместе, это было, кстати, первое интервью, чтобы я была на интервью, в смысле, ну, как бы, когда двое интервью. Ну, когда-то же надо начинать, правильно? Я и говорю, поэтому будем считать, что в этом списке ты второй. Я знаю, что ты когда училась, поступила, угораздило тебя поступить или, наоборот, посчастливилась поступить в Тбилисский медицинский институт на специальность челюстно-лицевая хирургия. Как такую хрупкую девушку, что она может делать челюстно-лицевой хирургии? Ну, знаешь, тебе все-таки как, несмотря на то, что ты из нашей породы глупеньких, но как все-таки умному доктору, человеку, да? Да, и открою маленький секрет, нет такого факультета, есть факультет лечебное дело. Также был стомат, да? Конечно. Там есть стомат, есть педиатрия, там есть несколько факультетов, несколько специализаций, которые берутся изначально, а так вообще общий факультет – это лечебное дело, а потом уже идет специализация. Я, поступив на факультет лечебное дело, мечтала через какое-то время, когда уже пойдет специализация после 4-го курса, заняться челюстно-лицевой хирургией. Копаться в чьих-то челюстях. Ты знаешь, нет, если говорить серьезно, челюстно-лицевая хирургия – это право работать специалистом по пластической хирургии. Угу. А мне всегда это очень нравилось. Во-первых, в Грузии это очень актуально, как ты понимаешь. То есть каждая вторая оперирует себе как минимум нос, как бы как максимум кое-что другое.
И как-то вот эта проблема вообще носов в Грузии в мое время была настолько актуальна. Ты сейчас внимательно смотришь. Орлиных носов. Конечно, конечно. И это как-то и в моей семье тоже эта проблема была не последней для женщин. Мне как-то хотелось изменить женщин Грузии к лучшему, сделать их прекрасными. Года обучения хватило вполне, да? Ну, я же потом пошла на телевидение, но я очень любила медицину. И вообще, я такая классическая зубрилка. Я очень люблю сидеть, копаться, нюхать книги, что, наверное, не очень хорошо. Чем пахнут? Книги медицинские, ты знаешь, а у них специфический запах. Учебники по анатомии пахнут по-своему. Все равно чувствуется, что пальцы, которые их листали, если перед это этим не новый копались учебник. В трупах? Нет, ну просто они пахнут определенными запахами. Но копаться в трупах, ты знаешь, это люди называют это копаться в трупах. Копаться в трупах можно и будучи не врачом, поверь мне. Для этого не надо обязательно получить диплом. Специальности есть разные. Да. Разные есть, поверь. После этого ты пошла работать на телевидении, да? И я даже слышал такое, что якобы... Ты не знала совершенно грузинский язык и поклялась за 3 месяца его выучить и выучила. Я училась в школе для детей военных, это русская школа, и там грузинский язык был вторым, не первым. Соответственно, литературный язык и язык как бы двора, он сильно отличается друг от друга. Язык двора я, конечно, знала, а язык литературный, который в той или иной степени использовался на телевидении, я его не знала. И поэтому там была немного другая ситуация, когда я пришла и прошла пробу. Ну, ты, наверное, через тебя, наверное, тоже много молодых, красивых девочек с большими хлопающими глазами приходило, которые говорили... Дядя Дима, сделай из меня телеведущий. Ну, хлопали глаза. Хлопали, да? Ты говоришь, сделаю, деточка, сделаю. Но как-то вот мне, помимо сделаю-сделаю, сказали, что, в принципе, можно еще и второй раз прийти. И там уже всплыли такие вещи. Ну, Тбилиси город очень маленький, все друг друга знают. И директор второго канала, он назывался Меориархи, Серго Бицадзе был такой, он был другом моего папы. И уже там пошли, конечно, разборки на семейном уровне, потому что папа не хотел позориться, потому что, ну, как бы приличная премьера была бы для меня триумфом, а провал был бы позором всей семьи. На весь Тбилиси. Да, и тогда папа, когда это все всплыло, он сказал, что если я через 3 месяца... сумею выучить язык и дебютирую достойно, раз это вопрос принципа, он категорически не хотел, чтобы я шла в эту профессию, то тогда мне похвалит. А если я опозорюсь, то я поменяю фамилию на мамину, а мне мама армянка. Вообще такая скромная вроде девушка с приличным именем Тинатин Гивиевна. Мне Тинатин так нравится. Гивиевна, Тинатин, да. Гивиевна. А везде, Тинатин, некоторые думают, что мужчина. Вот знаешь, особенно раньше было. Сейчас тоже все там более-менее ознакомятся с моей биографией, понимают, что Тинатин – это просто полное имя Атина. А некоторые – Тинатин – это мужчина или женщина? А Тинатин – это имя или фамилия? Тинатин – это имя. Тинатин – замечательно. Видите, в шкуре. Грузинские женщины вообще – это определенные, тем более наполовину грузинки, наполовину армянки – это определенный, в общем-то, уровень. Я не представляю, как вот грузины воспринимали, что девушка скромная в телевизоре – это же в разрез с каноном. Я была не первая девушка. Во-первых, все-таки Грузия, наверное, не мусульманская страна в этом смысле. У нас у женщин, если, например, в мусульманском мире, ведь люди, не зная истории, как бы они много гипертрофируют. У женщин мало прав внешне в мусульманском мире, но очень много внутренне. То есть у нее колоссальное количество прав, которые порой даже нет у женщины в европейском обществе. То есть у нее есть много чего, что помогает ей отстаивать себя. Так и как бы грузинское общество – это такое же как бы общество, в принципе, абсолютно христианских стандартов, где женщина играет не последнюю роль, и грузинская жена, она настоящая шея. Нет, женщины были на телевидении до меня, и у нас достаточно, не то чтобы эмансипированные женщины, но достаточно самостоятельные. Просто есть такое, скажем так, наверное, даже не хочется переходить на национальность, но тем не менее есть такое. Но придется. Ну, славянское, возможно, да, там русское, там украинское в данном случае представление о грузинской женщине как о женщине Востока. Но это было в белом солнце пустыни, и она была не грузинкой. А грузинская женщина, она достаточно сильна, достаточно самостоятельна. Мы знали времена, когда у нас в царицах была женщина, и про это все и помнят. И неплохо царствовала. И неплохо царствовала. Царица Тамар как бы была у нас одной из главных культовых фигур грузинской истории, и никто не забыт, и ничто не забыто. Нет, женщина свое право имеет. Я думаю, что в сравнительно небольшой Грузии тебе стало тесно, и тебе захотелось покорить Москву. Благодаря чему ты это сделала? Каким образом девушке из Тбилиси удалось покорить столицу? Я думаю, что просто вообще какие-то марш-броски в жизни совершаются, когда у тебя есть полное ощущение того, что по-другому быть не может. Что девочка созрела. Нет, не то, что девочка созрела. Я думаю, просто вообще глобальные в жизни какие-то достижения и, скажем так, контрброски именно вперед, да, с невозможностью откинуться назад, с невозможностью отступления, понимаешь? Я слишком много на себя ответственности взяла оба раза, почему у меня получилось. Тогда я сказала папе, а для меня это было важно доказать папе, что
я не опозорюсь, и что вся страна, ну, как бы Тбилиси маленький город, то есть позор был бы позором всей семьи. Так и здесь. Я уезжала, и об этом знали все. И вернуться проигравшей было бы, ну, скажем так, опять позором всей семьи. У нас все очень по-сицилийски в этом смысле. Но Москва ведь не ждала, правда? Но она, ты знаешь, вообще никого не ждет. Если она будет ждать нас всех гастарбайтеров, то, мне кажется, она просто по меньшей мере лопнет. Она не ждет никого. Все ждут почему-то ее, и все почему-то как бы едут в Москву. И что, легко было или сложно? Ты знаешь, Дим, сейчас, когда я говорю о том, что мне было легко, это звучит несколько, так, знаешь, мягко говоря, дипломатически, потому что вот я грузинка, у которой все сложилось в России, в отличие от других каких-то людей, говорю, да-да, у меня все хорошо. Но мне реально везло, я не знаю почему. Я сейчас не хочу гневить Бога и фортуну, но мне везло на людей. У меня никогда не было проблем вообще адаптации в, ну, скажем так, чужеродном для меня обществе. Но опять-таки я тебе приведу такой пример. Оставь Россию, что тебе там, короткий пример. Я в Украине 5 лет. Ты знаешь, что очень многие думают, что я украинская грузинка. И я уже неоднократно как бы была свидетелем ситуации, когда моя мама говорит, ну вы же с Украины. Вы же украинские грузины, тут родились, там вот и девочка поехала в Москву работать. Я очень быстро ассимилируюсь. Потом я задалась этим вопросом, собственно говоря, почему. Не поверишь, я не знаю, почему не все мои соплеменники склонны к этой форме мутации, но вообще как бы при кавказизации, при русификации Кавказа грузины ассимилировались легче всех и быстрее всех. И вообще-то мы, между прочим, построили баню в Москве. И много чего другого тоже. Много чего другого. И Грибайтов тоже нас любил, кстати. А Тарку Шанашвили, который тоже стартовал из Тбилиси, из Кутаиси, я бы попросила. Вот вы нас все время... Из Кутаиси, да, правильно. Из Кутаиси, это разные города. Правильно, и тоже покоривший Москву и Россию, да, в общем-то. Безусловно. Что-то у вас с ним не склеивалось, да, я так понял, нет, на первоначальном наоборот, этапе? Не, мы нет, мы очень... Ты знаешь, в чем дело? Опять, я не знаю, как украинская диаспора, насколько она там плотно дружит друг с другом. Я очень хорошо помню, Атар мне преподал бесподобный урок, и он, кстати, вот как, знаешь, как нейролингвистическое программирование. Он очень правильно сказал какую-то вещь, и она у меня вот так потом сложилась. Я помню, я пришла на первое интервью, где был Атар, и у меня была бумажка, где были написаны вопросы. Как вот, вот я смотрю бумажку, и он увидел мою бумажку, скомкал ее, выкинул, и мне сказал, правда, я сейчас не специально. А он мне сказал, чтобы никогда не писала на бумажке. Знаешь, вот потом так складывалось, что у меня не получалось почему-то писать, или не складывались обстоятельства, или нельзя было бумагу положить. Ну, по-разному. И Атар преподал мне замечательный урок. Нет, он меня очень любит, он всегда очень тепло обо мне отзывается и гордится мной. Мне легче, понимаешь, чем Атару, потому что Атар, он все равно взял на себя очень большое бремя нести образ такого вот как бы несколько гротескного грузина. Он же принципиально это все утрирует. Если кто не знает Атару... Грузин образованный. Он, да, я вот только что хотела сказать, если кто не знает Атару Кушанашвили, Атар Кушанашвили очень-очень-очень образованный мальчик. Очень-очень. И вся эта бравада напускная, это всего лишь имиджи, это всего лишь бравада, и он человек настолько образованный, что порой те, кто его ругают, хулители Атара, возможно, не столь хорошо начитаны, как сам Атар. Но он взял на себя бремя, понимаешь? Быть шутом – это всегда бремя, и это всегда испытание. И я смотрю на Атара и понимаю, что ему очень сложно, ему очень тяжело, но при этом, если когда-нибудь ему понадобится моя помощь, мое сердце для Атара открыто, как и двери моего дома. Мы грузины, мы так воспитаны. Какую роль в твоем становлении сыграл Садальский? Колоссально. Ну, ты же это все знаешь. Ну, тем не менее. Как получилось, как началась совместная работа? Случайно тоже? Он что-то увидел? Он рассказывал свою версию в твоей передаче? Нет, не рассказывал. Он рассказывает такую версию, что он зашел в студию, я сидела в пожеванных джинсах, что у меня были... Это его любимая история, что на джинсах были такие коленки, у меня были большие усы. Ну, как бы у любой грузинской женщины, как он считает, что он из меня сделал в этом смысле человека. То есть после встречи со Стасом я наконец-то поменяла брюки и завела усы. Это версия Стасика. На самом деле все было следующим образом. Он же... Усы не сбривала и брюки нет, не меняла. Нет, я не мужчина, правда. Я не Гиви. Гиви – это мой папа. Я, правда, Тина. Я была Тиной 30 лет назад. 25. Ну, ты знаешь, я не считаю, что возраст нужно скрывать, Дим. Если так вот в проброс. Ну, зачем? Это так глупо. Иногда ты смотришь на людей, кому 20, и они тебя так утомляют реально. Вот как бы в силу моей профессии вокруг меня очень много людей, много людей хочет со мной общаться. И мне просто, вот, знаешь, вот неинтересно становится в какой момент. А иногда я встречаюсь с людьми, которые гораздо старше меня, мне с ними хочется проводить часы. Собственно говоря, вот Стас, вот тебе классический пример. Да, ну что мне 20-летние девчонки там, ну 40-летний дядя в то да, время. Да, что сблизило? Рассказываю, вот он так зашел, он же вообще, он, как тебе сказать, он мир видит по-своему. У него свои такие очки,
через который он воспринимает мир. Он его по-своему препарирует, по-моему воспринимает, и потом опять-таки вот происходит как бы его передача, его информации уже миру, уже он ретранслирует, вот как бы как хотите, так и понимаете. Он мочил какую-то радиоведущую в эфире, и она то ли не выдержала, то ли там сдали нервы, то есть она уже не хотела ни брить усы, ни причесываться, ничего делать, что он требовал там, и менять в себе. И я оказалась за пультом. Я оказалась за пультом, и вот он как раз мне это, собственно говоря, и сказал, на кого вы похожи, но у него это вот как бы, это классика жанра. Ну, тебе что он говорил, кстати, вот мне интересно. Не говорил ничего, молчал. Не поверю, да ладно. Молчал. Твое счастье просто, что я не звонила до передачи, не спрашивала. Я просто приблизительно представляла, что он мог сказать тебе, особенно если ты был в белом костюме. То есть, ну, белое как минимум полнит, как ты прекрасно знаешь, и соответственно... Ну, нам это не грозит. Ну, вы... Ну, ладно, не буду тебя донимать Стасюлькиными проказами, но тем не менее. И он как бы ко мне вот так вот, он апартом ко мне, значит, как-то так в мою сторону выстрелил. А я очень люблю такие выстрелы, ты знаешь, у меня было тяжелое детство, я из сложной очень страны, и, наверное, вообще на протяжении всех этих лет меня исключительно спасало чувство юмора. То есть, я не знаю, там, если тебе кто-то что-то скажет, там, исходя из гипертрофированного восприятия, как бы тебя чисто визуально, наверное, ты тоже всегда сможешь это адекватно воспринять. Потому что у меня никогда не было короны на голове, меня, слава богу, не воспитывала мама как красивую женщину. И Стас уже тоже к этому приложил значительно руку. То есть, в принципе, я понимаю, что я нравлюсь мужчинам, и я понимаю, какое впечатление я произвожу на мужчин. Но в то же время и моя мама, и впоследствии Стас сыграли очень большую роль в том, что внешность – это всего лишь забор, а забор можно и перекрасить. Ничего личного не проскочило между тобой и Стасом? А в смысле, ты имеешь в виду отношения как мужчины и женщины? Да. Он изначально... Ты знаешь, если у Стаса... Говорят, что у Стаса есть девочка, я не знаю, рассказывал он тебе это или нет, как бы история того, он любим был женщинами, и женщины любили его. Он, кстати, надо отдать ему должное, один из немногих актеров, кто про это не рассказывает, а романы у него были очень громкие. Но со мной у него никогда ничего подобного не было. Если бы у него могла бы быть дочка, то, наверное, это была бы я. Он меня абсолютно воспринял как дочь с самого начала. Он, я тебе говорю, почему он вареные эти джинсы-то? Почему он привязался? То есть там, если у Тиночки джинсики, там стрелочка не в стрелочку, если там маникюрчик не так, если там вдруг у Тиночки мешочки под глазами или что-то такое, Стас это все воспринимает сразу вот личностно, потому что я его дочка в этом смысле. Добрый человек. Для меня безумно. Он жестокий человек, потому что он справедливый, он любит говорить правду. А правда очень неприятная вещь, он не может остановиться в этом смысле, но он так уже сформирован как личность. Но для меня он всегда был только хорошим. И я мало про это говорю, я не люблю про это говорить, потому что это все тогда принимает некий налет театральности, ты знаешь. Я про многих людей много рассказываю, потому что жизнь меня с разными людьми сталкивала, но просто стараюсь помалкивать, потому что мне бы не хотелось, чтобы люди знали, как я по-настоящему к нему отношусь, как он относится ко мне. Насколько я знаю, в Грузии девочек с детства готовят к тому, что они должны обязательно выйти замуж за богатого грузина, да, чтобы у них все было хорошо. Да. Ты опять все сделала не так, вышла замуж за бедного русского. А мне сегодня один богатый грузин звонил. Вот хочешь верь, хочешь нет. Я сегодня снимаюсь, мне смс-ка приходит. Меня мальчишка любит, но мы вместе там с 14 лет в одном дворе. Ну, там, 14 с 13. Он стал богатым грузином. Он богатый, он всегда был богатым грузином. В 14 лет тоже. Да, в 14 был богатым. А кто в Грузии был беден вообще? А беден кто был? В Святом Сахурде. Ты знаешь, он очень скромно жил в то время, когда вот, допустим, в Сванском дворике своем, да? Угу. Гораздо скромнее, чем многие другие люди. А Михаил Николаевич Саакашвили не из самой богатой семьи, кстати. Ну вот, и он мне сегодня пишет и говорит, ну, может, ты все-таки вот выйдешь за меня замуж. Представляешь? Что ты ему ответила? Конечно, нет. Сейчас как-то задумался. Я задумался, ты задумался. Вы все мужчины. Я его пожалел. Думаю, нет, потому что... Вот богатый, грузин и такой... Ну вот мужчины, вот ты знаешь, меня поражает. Вы же все равно все меритесь, да, друг с другом. Вот ты сейчас честно подумал, что если бы ты мне сделал предложение, согласилась бы я или нет? Вот только нет, честно. Я не думал об этом. То есть тебе вообще отказывают или ну нет? Я же не богатый и не грузин. Ну какая разница, ты богатый и ты еврей, это уже хорошо. Это ничего не хуже, поверь мне. Я тебе верю. Но тебе отказывали вообще? Мужчины тяжело воспринимают отказы? Отказывали, но нет, я не воспринимал тяжело. А почему? То есть комплексов нет, наверное. Серьезно, поэтому. Комплексов серьезно? Нет в этом смысле? Ну почему? А если она тебе отказала, то как ты себе это объясняешь? Может, ей не хочется. С тобой? Да, конечно. А ты же такой офигительный, А бывает, знаешь как? А вот потому что такой офигительный, вот именно с тобой не буду. А, вот так вот, назло, конечно, да? Конечно. А, ну сама себе дура это называется. Ну, видимо, я хотела понять твою логику. Мы разобрались с двух сторон ситуацию. Да, ну интересно, ты знаешь, у мужчин очень интересная психология, и это всегда интересно слушать. Ну вот мне просто хотелось понять, чем ты себе это объясняешь.
Я вообще не затрудняюсь объяснением. Нет, так нет, пойдем дальше. Ну ладно, я не поверю. Ты романтичный, это понятно. Ну прекрати, ну, Димочка. Ну, я, это же передача, как в данном случае, не... Я циник. Я как Задорнов. Мне Задорнов хорошую формулу сказал. Ну. Говорит, я циник. А что такое циник? Ну. Это уставший романтик. Ну ты, опять, я перейду к другой формуле. Ну, я не могу назвать циником Михаила Жванецкого, да, но его чувство юмора и иронии, как бы, ну это... Он гений. Слава богу, что мы с ним живем в одно время. Я даже видела его живьем в аэропорту. И мы даже, ты знаешь, фантастическое впечатление произвел. Зачем вышла замуж за бедного русского? Полюбила, скажи. Ты же правильно сказала. Скажи, меня, видимо, полюбила. Нет. Ну, что мне сейчас обманывать? Мы с ним слишком мало встречались и были детьми. То есть я в это время назвать чувство серьезной детьми любовью. Детьми это как? Ну, по 20 лет нам было. Мало встречались этот день? Мы 3 месяца встречались. Нет, да, ну, для того, о чем ты думаешь, конечно, день. Ты во мне не ошибся, да? Ну, что ты? День все-таки, да? Ну, день. Ну, в смысле, пока в ресторан пошли, пока поели, попили со Стасом. Потом пока Стаса домой довезли. А со Стасом? То есть Стас был инициатором? Я без Стаса вообще никуда не хожу. Я порядочная девушка. Как это происходило? Ну ничего, Стас у него в рекламе должен был сниматься. А у Андрея была клиника тогда стоматологическая, причем она и сейчас есть. То есть он был не совсем бедный русский? Да он бедный был. Клиника 98-й год. Ну кому эта клиника нужна была в 98-м году? Так. И у него такой тяжелый период, да, и он решает как-то выйти из форс-мажорной ситуации. Марш-броском, сняв в рекламном ролике любимого артиста своего детства Станислава Садальского. Ну, звонит Стасу, пишет смс-ку, а мы ведем наше дебил-шоу. Да, и вот, значит, передача. Да, хорошая была передача, душевная. Да. И приходит смс-ка, там, Станислав, вот я бы хотела там вас снять. А Стас всем отвечал в этот момент. Он ответил и Андрею, они встретились. Андрей сказал, что у него есть сумма, там, Стас спросил 5000 долларов. Для Андрея это были непомерные деньги в тот момент. Но Стасик его уговорил, сказал, что нагрузку познакомит и со мной. Какой молодец. Да, Стасик в этом плане всегда был щедрым человеком. Вот походи с ним еще. Вас только все... Может, с кем познакомить. Конечно, я про это тебе и говорю, Дим. Ну и вот так все сложилось. В один год родилось 2 детей, Мелания и Леонтий. Ну, не через год. Все-таки я, конечно, секс-машина, но не на таком уровне. Через год? Через год. То есть в течение скольки? От родов до родов сколько прошло? Ну, через месяца 4 я была беременная после первых родов, прибавляя 9 месяцев. Нормальное развитие человеческого года месяц. Да? Ну, год ты там месяц или два. Ну, молодец. В смысле, что собралась ты? Что собралась, да, что ты так быстро. Ты сейчас мне это как доктор говоришь? Молодец. Редкость для, в общем-то, для человека публичного, который следит за тем, чтобы постоянно не выпадать из обоймы, родить 2 детей так быстро, это подвиг. Ну, мне повезло просто, на самом деле. Я очень-очень дружу с мамой Андрея, она для меня как вторая мама, я живу со свекровью, я это неоднократно рассказывала, и она меня очень поддержала, и мои родители в том числе. Но они достаточно взрослые, и им все-таки тяжело заниматься малышами, а маленькие дети, это, конечно, это отдельная часть жизни тут же начинается. Отдельный мир, и мама мне помогла, мама Надя, я имею в виду, очень сильно, она, ей было тогда под 50, даже меньше, 40 с чем-то, она была очень молода, хороша собой, впрочем, так, она такова сейчас является, и она вот взяла на себя все это, и она мне помогла их выкормить, вырастить, поднять на ноги. Какое-то время назад главным событием в России и сопредельных странах была поездка Тины Канделаки и Сулеймана Керимова в машине в славном городе Ницца. Я уточню для тех телезрителей, которые не знают, кто такой Сулейман Керимов, потому что здесь думаешь, он не так знаменит, такие... да. А о чем ты говоришь? Что это самый богатый депутат Госдумы России. Человек... Это наш Ренат Ахметов, чтобы все понимали. Будем говорить на человеческом языке. Человек, да, за плечами которого, как пишут, 7 миллиардов долларов. Никто их посчитать не может, естественно, это невозможно. История, конечно, громкая, история интересная, потому что об этом не писал только ленивый. Даже и ленивый, наверное, писал неоднократно. Что там было на самом деле? Ты знаешь, очень смешно. Здесь сразу несколько ответвлений. Первое ответвление. Мне, помню, рассказывали, что одна светская львица в момент всей этой шумихи громко в компании воскликнула: «Черт подери, это же должна была быть я!» А поскольку светская львица у нас одна? Нет, их несколько. Так, то есть, знаешь, это не так, о ком я подумал. А вот никто не я знает, Ксении подумал. Ты о Ксении подумал? Ну, Ксения не одна. Знаешь, давай так, три варианта. Ксения, Ульяна и Жанна. Выбирайте, какой из них Ульяна правильный. Ульяна и Жанна – это немножко... Почему же сейчас Ульяна ведет путевку на Рублевку? Ты просто немножко отстал от нас. У нас много новых людей. Но Ксюшу очень люблю, мы с ней в хороших отношениях. И она... То есть это была Жанна? Нет, это не была Жанна. Ты имеешь в виду в машине или ты Нет, имеешь в виду... я имею в виду, кто воскликнул. А Жанна я еще в более хороших отношениях, ты не поверишь. И Ульяна тоже очень мила. Нет, ты знаешь, я скажу тебе так, как бы точнее сформулировать, я в свое время, когда я не ожидала вообще, что вот эта история будет иметь такой громкий резонанс
сама по себе. Потому что, что касается вообще аварий, я могу тебе сказать, что огромное количество наших с тобой знакомых и незнакомых людей попадает в аварии. Недавно, как, например, там, если ты знаешь, в Черногории Регина Дубовицкая, дай бог ей выздоровление, попала в чудовищную аварию. Да. Да. Нет, я знаю, с Воробей они были. С Воробей были вдвоем, да. И как бы это никого не интересует. Но в данном случае, когда как бы, я не знаю, почему уж так сложилось, когда возникает красивая история... У Регины нет 7 миллиардов. Да, ты и, правильно, и Воробей не идти на Канделаке. Ну, знаешь, я бы сейчас так о себе, при себе как-то так бы сдержалась, но тем не менее. Просто людям очень хочется верить в то, что если это как бы Сулейман Керимов там, и если это красивая телеведущая, то обязательно что-то за этим должно стоять. Я опять не буду называть имен, потому что это частная деятельность. Ни для кого не секрет, я не знаю, как насчет тебя, но многие телеведущие занимаются частным корпоративом, так называемым. То есть мы ведем вечеринки, да, за большие деньги у состоятельных людей. Хорошо, хоть не частным извозом. Ну, ты знаешь, когда-то занимались, возможно, и этим некоторые, хотя я этим, честно тебе скажу, не баловалась. Я просто очень плохо вожу, особенно в моем лице частный извозчик, мне кажется, был бы опасен вдвойне. И многие ведут вечеринки частные. Вот я, например, сейчас в Греции вела частную вечеринку, где находился, ну, не знаю, не весь ваш шорт-лист Форбса, да, украинский, но, во всяком случае, часть его там была. Всем ребятам, кто был на Крите, большой привет. Вот я вела эту вечеринку. Обама. Да. Если представляете, если что-то произошло на острове Крит, то что, я не понимаю, как бы, надо было писать, что все эти мужчины мои любовники. Я вышла, вечеринка началась с того, что я сказала честно, дорогие друзья, давайте сразу все напишем отказные, что я к вам никакого отношения не имею. Я не считаю нужным рассказывать об этом подробно, я понимаю, что детали волнуют всех и как бы беспокоят всех, но когда журналисты про это пишут, да, они зарабатывают свои 3 копейки. 3-4. Да, ну или 4, как бы. На мне заработало много людей. В какой-то момент я подумала, а почему бы не заработать мне самой, если всем так интересно? Я не буду никого обманывать. Много говорят, что сейчас у меня в сентябре выйдет автобиографическая книга. Нет, это выйдет книга «Занятия спортом, ухода за собой, лицо, тело и все остальное». Но через какое-то время, когда пройдет время, когда это как бы, да, там перестанет волновать всех как бы членов семей и с той, и с другой стороны, потому что реально как бы... А волнует? Да, ну, а как детей может это не волновать? Подумай сам, то есть люди придумали какие-то абсолютно несоответствующие действительности, я подчеркиваю, не на йоту вещи, которые просто приводили к чему? Что мне дети приходили домой и говорили, мама, а ты живешь с папой? Потом так оглядываются и говорили, да, папа рядом. Или они говорили, мама, а что с тобой? А там, ты в порядке? Или там, их дети, ну вот я, вот вы же меня видите, вот я на работу хожу, все нормально там. И так далее, и так далее. То есть я просто, чтобы было понятно, вот... журналисты, среди которых были и очень именитые, и вроде бы там люди, которые считают, что в журналистском мире они что-то значат, они просто добились того, что я Миланию сейчас перевожу в другую школу. Вот как бы ответ, пожалуйста. Вы когда о ком-то пишете, пишущие журналисты, просто отдавайте себе отчет в двух вещах, что это может оказывать влияние на людей, которые никакого отношения к нашей профессии не имеют. Мне как бы очень... жаль, что Сулейман Абусаидович как бы оказался вовлечен в эту историю, тоже как бы абсолютно вот не проверено, никто же ничего не проверял, никто ни в чем не разбирался, просто оголтело. А в чем суть была? Вы ехали в машине по Ницце. Дело даже не в этом, где кто ехал и что, где кто делал, понимаешь, как бы есть люди, которые как бы в этой истории задействованы. Сулейман Абусаидович, если захочет, и если он сочтет нужным дать тебе интервью, он в своем интервью может все прокомментировать. Я тебе отвечаю, что я не считаю нужным разбирать эту историю, потому что я считаю, что об этом так много написали. Если я захочу, я заработаю эти деньги на этой книге. Поверь мне, ее будет покупать вся страна, не только Россия, но и Украина, и Грузия, и все республики СНГ, и боюсь, что за границей эту книгу тоже купят. И все эти деньги я потрачу на благотворительность. Сейчас я это делать не хочу. Возможно, через какое-то время я это сделаю, через год, через 2, через 10 лет. Поверь мне, как журналист... про эту историю я могу рассказать и через 20 лет, и через 20 лет тоже как-то закончится. Ты знаешь, вообще моя жизнь интересная, как жизнь любого публичного человека. Там, я постоянно летаю, я встречаю огромное количество интересных людей, жизнь моя с ними пересекается по-разному, но я, наверное, многих разочарую и скажу, что любовные коллизии вообще и баталии, которые приписывают известным людям, они чаще всего начинаются там, где заканчивается работа. Когда человек занят, а занят как минимум, как я занята, даже если ему очень захочется всего этого, то просто на это технически нету времени. Но одно другому, по-моему, никогда не мешает. Мешает. Вот посмотри, я была здесь, да, мои ближайшие друзья живут в Киеве, грубо говоря. У них компания, они весело проводят время. Я встаю, и все это прекрасно знают, 10 часов, и ухожу. Я не пью, я не курю.
Там я уже не говорю, знаешь, я не люблю... Не ем даже. Ты видел. Да. Вот ты знаешь, меня это как бы одно время даже раздражало, потому что я думала, вот когда я так говорю, ведь никто в это не верит. Вот смотри, ты меня видел до своей передачи абсолютно случайно в компании. Ну, я уже не маленькая девочка, знаешь, чтобы стесняться кушать. Знаешь, как у девочек есть проблемы, я не поем, вдруг денег никому не хватит заплатить. Ну, не до такой степени. Понимаешь, да? Вот ты был за столом, что я ела? Да ничего, чай пила. Андрей, я уже даже тебя мужем называю, такой, да, дожила. Уже думаю, о муже сижу. Я пила чай. Понимаешь, я мало ем, я на диете все время, у меня свой рацион определенный. Я веду вообще очень странную там, и необычную для среднестатистического гражданина жизнь. Эта жизнь обусловлена тем, что это залог успехов, который у меня есть, и успех, который у меня, я надеюсь, еще впоследствии будет. Это очень, как тебе сказать, не то, что тяжелая жизнь, да, но любое достижение, оно получается только за счет неких лишений. То есть не бывает больших побед и большого успеха без лишений. Лишений очень много. Опять-таки говорю, кому-то будет это смешно, потому что там не нужны никакие ни олигархи, ни мужчины, вообще никто. Я могу зайти и, в принципе, себе позволить купить любой магазин полностью. Я имею в виду, да, там то, что женщины любят. Вот обычно очень смешно наблюдать за женщинами, которые, наконец-то, вооружившись книгой Оксаны Робский и Ксюши Собчак, наконец-то нашли этого олигарха, хотя уже, в принципе, там некого искать, уже все давно-давно заняты. И там вот вышли, допустим, замуж, и видишь, как женщина сразу меняется. Меняется гардероб, меняются украшения, там, ну, понятно, весь забор красится, это я называю. Да-да. Вот, мне этот забор красить не надо, потому что я... Уже покрашен. Нет, он красится ежедневно, я слишком много, ну, скажем так, работаю для того, чтобы отказывать себе в удовольствиях, приобрести все, что я хочу. Мне даже мужчина для этого не нужен. Мы иногда с Андреем заходим куда-то, и он говорит, да давай я тебе куплю. Я говорю, ну зачем, ты не знаешь, ты не понимаешь, ты можешь перепутать. Я сама себе все возьму, у меня все есть для этого. Вот я сейчас слушаю тебя, я не завидую твоему мужу, честно говорю. Почему? Ну вот даже после этой истории, после того, что вылилось в прессе, я представляю, как он переживал. Ведь нет, переживал. Нет, ты знаешь, нет. Я тебе объясню, просто это на этот раз была очень громкая история. Ну, я тебе другую историю приведу. Смотри, прошло какое-то время, я прихожу на показ, и я прихожу со своим другом Денисом Бологовым. Денис Бологов, бывший креативный директор компании Tony & Guy, сейчас он работает со мной. В смысле, я имею в виду, как бы, да, там, он постоянно занимается там, моим стилем, он занимается стилем группы Тату, там, телеведущий Аврора, очень-очень многих известных женщин. Денис Бологов мой ближайший друг. Я вместе с Денисом Бологовым прихожу на показ компании Hugo Boss. Там Ева Грин, братья Кличко, ну там весь московский бомонд. Я прихожу, мне говорят, на первой линии мест нету для него, а выйти на вот меня в центр сажают. Я говорю, слушайте, я пришла с человеком, какая мне разница? Я его привела, и за него в ответе. Я не хочу сидеть на первой линии без него, я хочу сидеть на первой линии с ним. Какая разница, значит, он будет сидеть на моем месте, а я у него на колени. На западных показах это можно увидеть сплошь и рядом. Да, да. Даже, ты знаешь, у меня не было мысли, что я такая вся хитрая и верчу как бы всех, знаешь, и люди мечтают иметь пиар, а я просто как... Села на колени. Села на колени, все прописали, что это мой любовник. Дальше смешно. Приходит журналист из журнала «Окей». У нас было как бы большое интервью в журнале «Окей», как бы мы впервые снялись там всей семьей, ну, чтобы ответить на какие-то вопросы, чтобы хотя бы детей не трогали в школе. И он говорит, вот, хочу начать свое интервью с того, что вот вы не оставляете впечатления замужней женщины. Я говорю, ну почему? Ну вот вы не оставляете, мы начинаем там интерактивно опрашивать людей вокруг, оставляя впечатление замужней женщины или нет. Вот по ступеням спускается мой муж. Он говорит, а в конце концов, вот как вы, как замужняя женщина, могли сесть этого мужчины на колени? И вдруг дальше хуже. Он видит, что за моим мужем идет Денис Бологов. Понимаешь, как бы Денис Бологов, который наш общий ближайший друг. Живем мы так. Нет, я просто поняла, единственное, что в моей жизни, наверное, изменилось. Я очень импульсивная всегда была, и очень коммуникабельная, компанейская, дружелюбная. Я очень люблю компании, очень люблю своих друзей, очень люблю с друзьями проводить время. И, ну, ты взрослый человек, не знаю, как бы тебе же не 100 лет, ты тоже помнишь свои студенческие годы, как-то молодость, и сам ты еще не стар. То есть ты же понимаешь, суперстар. Что... Ну, ты, да, ты скорее мегастар даже. Ты же понимаешь, Дим, да, что в компании тебя кто-то может там и обнять, там, и с кем-то ты можешь сесть, старинные могут быть в друзья. В компании всякое бывает. Ну, как бы по-разному, в общем. И это вообще не говорит о том, что что-то между этими людьми происходит, то, что люди хотят. Но я поняла, что, к моей жизни очень пристальное внимание. Что хорошо. Если это приносит деньги, значит, то да. Популярно. Нет, я по-другому скажу. Если это приносит деньги, то да. Знаешь, просто пристальное внимание, зачем оно мне нужно? Я же не любитель, как бы, как тебе сказать, реалити-шоу. Я бы тогда пошла, знаешь, в детстве в реалити-шоу. За росла стеклом, бы в нем. Да. Да. Нет, но если это приносит деньги, хорошо, окей. Я готова заплатить за это то, что я когда куда-то теперь прихожу, чопорно так сажусь, осматриваюсь, рядом никого нет. Если кто-то рядом, говорю, подвиньтесь, отойдите. Вот здесь мне два места рядом освободите. Здравствуйте, я Тина Канделаки. Я одна.
Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була телеведуча Тіна Канделакі.